Привет, друзья, с вами Варчик. В этом видео поговорим с вами про турбобои. Их стало очень много. Настолько, что боев, которые происходят чуть дольше, чем пару минут, уже практически это и не найти. Так вот, я вам расскажу, как избегать турбосливов, как самому их предотвратить и не быть виновником турбослива. И также расскажу еще о том, как разработчики могли бы легко это победить, все эти турбосливы. Есть, конечно, два варианта, как убрать турбосливы. Долгий, трудозатратный и очень сложный. И быстрый тяп-ляп и готово. Начнем с того, как не быть виновником турбослива и предотвратить его. Итак, у нас практически игра скатилась в коридорный геймплей полностью. Что это значит? Что у нас на карте в основном 1-2 дороги, играбельные, узкие направления, где все скапливаются в одну кучу. Кто в этой куче победил, тот быстро продавливает дальше, все, турбобой и конец сразу же. Вот поэтому в основном и происходят турбобои. Как избежать этих самых турбобоев? Не быть виновником турбослива. Если мы играем на тяжелом танке, нам обязательно по возможности нужно ехать в эти основные направления, в коридорные, и там нормально отыгрывать. То есть, если мы играем на тяжелом танке, наша команда поехала играть коридорное направление. А сейчас каждая карта имеет такие вот направления, одно, максимум два. По сути, это чаще всего просто фланги, левый, правый. Один из этих флангов, скорее всего, для тяжелых танков. Так вот, если мы на тяжелом танке не поехали на это основное направление, допустим, на Эль-Халуфе вы видите, куда я еду на тяже, это и является основным направлением, где все собираются в кучу, быстро друг друга убивают, все, поэтому бои быстрые. И если туда в одной из команд приедет мало игроков, особенно на тяжелых танках, на тяжелых ПТшках, на бронированных в основном танках, если сюда не ехать, то все, одна из команд получается в меньшинстве, ей тяжелее сдерживать это направление коридорное, она быстрее рассыпается, ее продавливают, и те, кто стоят на базе, офигевают от того, что на них одновременно вываливается куча танков. Потому что они все в одну кучу сбились, собрались и просто кучей покатились. Все. И это не остановить, эту кучу вообще никак. Почти нереально. Пока она не рассосется, пока она не просядет по хп, пока танки не посыпятся, вот этот вот сгусток, вот эта вот масса огромная, которая сбилась в одну кучу, ее практически нереально остановить. Поэтому в игре и происходят эти турбобои. Как мы видим, причин несколько. То, что карты превратили в коридорные, и то, что танкисты на бронированных жирных танках не едут в эти коридоры, тем самым не закрывая с собой эти направления, поскольку огромная масса сразу на вас вывалится и снесет всех, кто стоит отдельно. А поскольку это рандомный режим, все время кто-то стоит отдельно, не стоят все в одном месте. И в рандомном режиме, где каждый сам по себе играет, вот эти вот скопления танков в одно место, в одну кучу, это очень опасно для таких вот боев и чаще всего заканчиваются турбосливом. Поэтому если мы играем на бронированном ТТ, на бронированном ПТ, если у нас СТшка с бронированной башней, мы обязательно должны ехать в эти направления. Мы обязательно должны активное участие принимать с самого начала боя. Иначе ваша команда не удержит огромную массу врагов и просто быстро проиграет. Также бывают еще городские всякие карты, где уже не особо попахивает коридорностью, но если вы на городской карте тоже не поедете на своем жирном танке и не закроете с собой хоть одну из дыр в городе, и если в вашей команде еще такие челики будут, чем больше дыр вы сделаете, тем легче вас будет пронести, продавить и тоже будет турбослив. Игра сейчас пришла к тому, что нужно занимать активные позиции и на них крепко и уверенно стоять, не сливаться. Тогда будет все хорошо. Тот старый геймплей доисторический, который был очень давно в World of Tanks, он уже не играбельный. Где-то стоять в кусту по 10 минут, в этом уже смысла нет вообще. Бои слишком быстрые, стали намного быстрее, поэтому и реагировать на бои нужно молниеносно, а не стоять в кусту 10 минут. Теперь давайте я вам расскажу, как победить турбобои. Как вы уже поняли из рассказа, виновников 2. Коридорные карты и кучи танков, которые сбиваются в один большой сгусток и просто проносят все. В рандомном бою, где каждый сам за себя, каждый сам по себе,
умудряются танкисты собираться в огромные кучи, организованно или не очень, и ехать в атаку все сносить. Такого в рандомных боях не должно быть, потому что это не ГК, где все в кучу сбиваются и проносят слабое направление. Так вот, долгий способ, как победить турбобои, это сделать карты не коридорными. Разработчики долгие годы превращали их в коридорные, теперь нужно наоборот, назад. Нужно делать карты с большим количеством позиций, чтобы на направлении для тяжей было не 2-3 позиции там играбельные, а гораздо больше. И вообще направление желательно сделать побольше. В какой-то степени это уменьшит количество турбобоев. Но это будет долго, трудозатратно, карты у картошки получаются так себе. Этот вариант для картошки явно не подходит. В карты они не умеют уже много лет. И есть способ побыстрее, тяп-ляп и готово. Как показала практика, большинству игроков зашли бои 7-7. В ранговых боях там тоже количество танков уменьшили. В целом этот формат выглядит лучше и играбельней. Почему так? Потому что на коридорных картах мало позиций, а почти все картошкины карты это узкие направления с небольшим количеством позиций. Что нужно сделать, чтобы стало достаточно позиций? Либо увеличить количество позиций, либо уменьшить количество танков. Если посчитать на большинстве коридорных карт, хотя таких очень много, и тут надо затрагивать почти все карты в картошке. Можно насчитать, что на базе есть пару позиций, на коридорном направлении есть пару позиций, и просто по карте где-то можно лишь бы где-нибудь стать и все. Тем самым мы насчитаем, дай бог, позиции 6-7 по всей карте для одной команды. Вот и получается, что если сделать 10 игроков на команду, то по этим позициям рассосется танков 6-7, а остальные 3 танка приедут в коридорное направление и будут там между собой перестреливаться. И 3 танка вряд ли смогут между собой в рандомном бою организоваться в большую кучу, набрать критическую массу для того, чтобы быстро все пронести. 3 танка это не так уж много. Поэтому 10 танков, наверное, в самый раз. 7 танков это уже прямо жесткое решение, поскольку будет на карте позиций примерно столько же, сколько игроков в команде. Поэтому вы приедете один на направление и будете против одного врага играть, либо против нескольких. Это будет, наверное, так себе. Примерно от 7 до 10 человек на команду будет в самый раз на этих картах, которые есть у картошки. Это простое, четкое решение, которое уже показало себя как правильное. В той же самой битве блогеров 7-7 бои гораздо приятнее, но 7-7 маловато разнообразия. На мой взгляд, где-то 10-10 в самый раз. Но опять же, все нужно тестировать, смотреть. И непонятно, почему разработчики и игроки все вот эти режимы 7-7 смотрят как отдельно от рандома. Почему этого нет в рандоме? 15-15 рандом уже давно не играбельный, это просто параша. Также в картошке там, допустим, ночью мало онлайна или утром мало онлайна. Также на низких уровнях онлайн маленький. Там бои собираются крайне плохо. Уменьшение количества танков, которое нужно для одного боя, скорее всего ускорит собирание боев, и в бои, наверное, должно загружать быстрее. Почему этот режим 7-7 нужно ждать, чтобы он там появлялся раз в год или пару лет, если можно его сделать каждый день и не мучиться в этих абсолютно тупых боях 15-15, где люди собираются в одну кучу, и если эта куча набирает критическую массу намного сильнее, чем враги, которые стоят перед ними, они просто как попало едут вперед и все, и просто побеждают. Потому что в одной из команд кто-то на жирном танке не захотел ехать в коридорное направление. Либо кто-то просто очень быстро начал сливаться, потому что приехал в коридорное направление и как попало там стоит, умирает. Такие бои, честно говоря, уже надоели. Хочется более осмысленных, интересных, продолжительных боев, а не по 2 минуты. Да и к тому же, на мой взгляд, ранговые бои, где уже сделали 10-10, в одной команде 10 человек, в другой команде 10 человек, а в рандоме 15-15. Ранговый режим не должен отличаться от рандомного режима ничем, поскольку в ранговые бои ты приходишь, чтобы показать, насколько ты хорошо играешь в этом режиме, а не играть в другой режим. Это мое мнение. А так получается, ты в рандоме отрабатываешь одни тактики, играешь в одну игру, разыгрываешь какие-то определенные позиции, потом приходишь в ранговый режим, чтобы там показать, насколько ты хорош,
А это другой режим, и в нем немного по-другому нужно играть. И ты там не показываешь, на что ты способен, а учишься и приспосабливаешься к другому режиму. Так это ранговый режим, это что вообще? Это просто другой какой-то режим, чтобы был. По сути, то, что называется ранговый, на данный момент, это чисто формальность. Он должен называться как-то по-другому. По факту его рабочее название это 10 на 10 за шевроны. Все. Это не ранговый режим. И рандом полумертвый. Нельзя это уже наконец-то таки срастить и сделать нормальное и то и другое. С вами был Варчик, орать красиво, всем пока.